Одну, правда, не доиграли. Ну, там было близко. Там три человека осталось. По очкам у нас преимущество, по экономике тоже. Но быстро там не выиграть было, увы. За вышками сидел один у второго. Добрый вечер. В 2012-м был на ГГ админом, говорит Розетка. Сейчас, погоди, сейчас построю алтарь и дочитаю. Админ. Как хавк прям. Проводил капы, ГГшки, так далее. После обновления сайта остались функции админ, удаление сетки уже несколько лет, как я ничего не трогал, естественно. Окей. Ничего страшного. Или ты хочешь, чтобы права убрали? Я готов. Сейчас посмотрю, что за права у тебя. Ну, вроде как у нас турнимастер мы вообще уже убрали. А, да, на события есть. Все, спасибо за... Я готов. Спасибо за акцент. Хорош. Убрал право. Опять за работу. Хорош, Розетка. Спасибо за честность. Да и за то, что проводил ивент когда-то. Но это было очень давно, да? Я готов. Главное, чтобы Снейка права не остались. А что такое со Снейком? А, какой-то там был косяк у Снейка. Не помню какой, но какая-то была история. Спасибо, я думал, когда уберут. Но не видишь, не мешали абсолютно. Я готов. Жду приказа. Приказывайте. Респ не самый удачный. Недостаточно зуба. Да, ваше высочество. Я готов. Опять за работу. Да? Посмотрим на героя. Да. Беру рабочих. Недостаточно приказа. Жду указаний. Так точно. Демон Хантер. Уааа! 100 лет его не было. 100 лет. Мы должны действовать. Опять за работу. Я пошел. Блин, как же Димка меня радует. Крови. Опять за работу. Жду приказа. Приказываю. Ваше слово. Да, нужно больше. Дима универсальностью своей всем объясняет, приказ. Что они не правы. Бьорн и общая плотность высокая. Димка крови. Красавец. Наконец-то. Рейнджика мы здесь. Действовать. Я не буду его трогать пока что. Я проклят. Надеюсь на то, что и он не будет особо мне мешать. Пришло. Хотя на Диму обычно никто не лезет. Время пришло. Месть. Я завтыкал с фермой. Приказывай. Быстрее. Типа красава. Чего? Одного рабочего достроим, сразу следующий тир давай-ка. Футмена больше дальше четвертого делать не будем, потому что Дима со своими должен справиться. Доран и Кар. Беги, пока можешь. Мой клинок жаждет крови. До указаний. Да-да, приказывай. Видите, как танкует, как царь. Должны действовать. Приказывайте. Да, ваше высочество. Время пришло. Ну, на следующего может не хватить мне. Будет исполнено. Ой, да ладно. Жду приказа. Быстрее. Приказывай. Мы должны действовать. Чего? Прощайся. Да, ваш свет. Ай, бьет рабочим все-таки. Мой клинок жаждет крови. Да? Увы. Да? Хорошо. Приказывай. Надо будет тогда внимательнее на этого... На эту рейнджерку. Мой клинок жаждет крови. Улучшение завершено. Анудор, Анудор. Анудор, Анудор. Будет много крови. Быстрее. К сожалению, я здесь дальше... Хотя нет, могу. Ну, ради экспы можно попробовать. А, он тоже здесь. Нет, не могу. Время пришло. Что
что-то лагает у меня почему-то. Это странно. Здесь уже закреплено. Не очень хорошо получилось. Димку я не получил третьего. Справа андед, слева андед. Давай сюда попробуем, вдруг кого-то увидим. Здесь надо мил построить. Футмен. Хорошо, он не реагирует. Есть хотя бы артефакт, но, видите, тут... Наконец-то. Там андед с этим, с... Черт. Время пришло. Приказывай. Войска атакованы. Приказывайте. Улучшение завершено. Мы должны действовать. Да, меня там ловят. Быстрее. Ай, возможно, надо было делать еще парочку рабов. Мы должны действовать. Наконец-то. Доранека. Быстрее. Мой как мне вернуться домой? Это вообще. Чего? Анудор, Анудор. Никто не уйдет живым. Приказывай. Без телепорта я хотел бы знать. Будь я проклят. О, нашел. Нашел третий уровень мой. Мы должны действовать. Дел сделано. Время пришло. Дел сделано. Месть. Третий уровень, это хорошо. Быстрее. Никто не уйдет живым. Еще потерял двух хутов. Приказывай. Мой клинок жаждет. И сейчас задача демонхантерам добежать через всю карту. Блин, да бестмастер достал, он в каждой игре у меня приходит. Добыча близко. Уже три игры подряд бестмастер приходит. Анудор, Анудор. Реально достал. Время пришло. Мой клинок жаждет крови. А что, у меня магазина нет, как обычно? Мы должны действовать. Что нас ждет? Мой клинок жаждет крови. Возвращаюсь. Арсир первый. Время пришло. Хантрессы, форсир Хантрессы, что? Я готов к охоте. Приказывай. Быстрее. Будет много крови. Это странный такой... Мой клинок жаждет крови. Момент. Мы должны действовать. Дел сделано. Да, вашего дел сделано. Мой клинок жаждет крови. Силу. Да? Хорошо. Мы должны действовать. Будь я проклят. Я готов к охоте. Приказывай. Да, ваш светлый. Улучшение завершено. Время пришло. Время пришло. Быстрее. В гости отправиться. Дел наконец-то. Сделано. Что нас ждет? Зверь. Ну, я делаю какой-нибудь ставчик, передаю. Хотя вот можно... Быстрее. Ладно, оставим так. Дозаказываемся. Дозаказываемся. Понять, кого убивать, пытаться из этих наших двоих соседей. Кого и как. Мы должны действовать. Жду следующего героя. Сейчас второй бестмастер выйдет. И я чувствую, могу пожалеть его содеянным. Если бы я знал, что второй бист, я бы вообще не стал второго героя делать. Лучше Димку качать. Чем... Юра. Так, Юра здесь. Юра с Фаерлордом, с Петлор... Ой, много гарк. Бладмейдж, да вы серьезно? Бладмейдж! Ё-моё. Время пришло. Да, ваш свет. Недостаточно зуба. Приказывай. Слава эльфам. Чего? Поторопись, человек. Быстрее. Гарк делает. Довольно активно делает гарк. Исследование завершено. Куда летим? С трех склепов, Юра, остановись.
Мой клинок жаждет крови. Не заставляй меня ждать. Мой клинок жаждет крови. Ладно, погнали. Что ж делать? Куда летим? Зло где-то рядом. Ждем, ждем. Быстрее ветра. Время пришло. Я устал от брачной болтовни. Поторопись, человек. Самое главное, что мы убили всех гарг, не потеряв этих. Да, потеряли обычных. Потеряли обычных. Мой клинок жаждет крови. Высвободи мою силу. Но в целом гарг он не должен был терять в такой ситуации. Потому что дальше будет сложнее их настроить, особенно с одной базы, особенно с шести склепов. Ай, он там воюет. Гаджипит еще с ним сражается. Юра покидает, а надо вписываться сейчас. Смысла в том, чтобы собрать здесь всю экспу, которая осталась. На самом деле, старт уже очень хороший. То есть мы собираем экспу, мы собираем, сделаем здесь базу. Но проблема есть в том, что герои не такие перспективные. То есть только Димка тут отдуваться может. За всех. Так, здесь сделали, да? Убиваем склеп, дальше идем шахту убиваем. Что кажется, если склеп убить, уже здесь можно поставить базу, хотя не факт. Посмотрим. ГДЖ-пит там идет. А, нет, даже близко не могу. Привет, стрик, да. Долго убиваем. Ману не хочется тратить Blood Mage. Ставлю. Мне кажется, надо добавлять еще гиппосов, в смысле хавков, сразу сейчас выходить из лимита. Для того, чтобы была возможность покрепиться хотя бы немножко сзади. Время пришло. Берн, пропиши, пожалуйста. Ботинки бы Диме. Погнали. Так, рабочие вкалывают. Мы должны действовать. Приказывай. Пытаемся найти кого-то по центру. Здесь есть, но... Желательно бы стартануть с тех, кто еще в центре, если есть живые. Живые. Еще, может, кого-то хребжакнем. Живые. Живые. Ну, это дичь какая-то. Я не ожидал, что такое возможно. Задача это подкрепить, конечно. А можно было стафнуть, нет? Блин, там летит на меня уже пес. Мы должны действовать. Охом. Да блин. Это плохо. Может, я не прав, что пошел. Черт, и здесь атакуют.
и там атакует. Может, инфернальный камень? Так, давай попробуем так. Чисто, чтобы добиться. И этого, и того. Попробуем взять свиток. За счет инфернального камня. Ага. Хорошо, он тут тпшится. Бегаем. А, там еще сзади один летит. Выходим из лимита. Быстрее. Я готов. Время пришло. Взлетаем. Приказывай. Я устал от праздной болтовни. Сфера льда. Я готов. Мы должны действовать. Да как ты... Как ему удается? Мой клинок жаждет крови. Видите, как инфернал помогает, якобы. Ну, ясно. Нет. Уже где-то... В целом, все равно я получил и деньги, и экспу здесь. Много экспы, очень много экспы. Так что, думаю, оно того стоило. Уходим, пытаемся уйти, по крайней мере. Где? Пытаемся, говорю, уйти, алло! Я прожал же ТП твою налево. Фу. Опять за работу. Быстрее. Так, Михаил, убей этого. Дима пятый, 3-3, две арбы. Передаю арбу. Время пришло. Сокол был бы счастлив. Добыча близко. Мой клинок жаждет крови. Я готов к охоте. Быстрее. Мы должны действовать. Ваши войска атакованы. А вот это проблема. То есть мне сейчас нужно каким-то макаром ломать ГДЖ-пита, который... Мы должны действовать. Что? В атаку. Высвободи мой клинок, жаждет крови. Я устал. Он чинит, он будет пытаться отбиваться. Мой клинок жаждет крови. Сейчас подойдет уже. А вот он. Погнали. Нет, нет, нет. Мой клинок жаждет крови. Мы должны действовать. Быстрее. Мой клинок жаждет крови. Я готов. Приказывай. Понятно. Время пришло. Продолжаем, 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 друзья. Это очень важный момент. Хотя бы одну базу нам нужно забирать. А, тут... Быстрее. Мой клинок жаждет крови.
Время пришло. И сейчас мне, знаете, что помогает? Две арбы. Две арбы тип дико помогают. Ой, там орк перебежал. Черт. Какая грязь, я никак не могу. Время пришло. Куда летим? С этим я не смогу справиться сейчас. Такой армии. Так, думай. И вот он не атакует дальше. Ну вот что ты пришел-то, скажи мне. Я готов. У тебя же все есть. Давай вперед. Приказывай. Взлетай. Быстрее. У тебя прозрение. Куда летим? В небе мне нет равных. Я Мы готов. Мы должны действовать. Да? Слушаюсь, милорд. Мой клинок жаждет крови. Не заставляй меня ждать. Я готов к охоте. Приказывай. Что? Время пришло. Поторопись, человек. Быстрее. Мы должны действовать. Куда летим? Мы должны действовать. Где твоя? Там быстрее. Димка, конечно, дикий. Как же он страдает. Да ладно! Как Огур добежал-то? Какая грязь. Давайте Диму даже... Хотя не буду его... Да он бегал, я думал... Надо мне этот даггер использовать или не надо? Сказал, что надо. Игра мега жесткая. Надо сначала мечку поставить. Корону королей, да, взял. А можно выйти отсюда, не? Не умеет Бладмэш, не такой сообразительный. Чтобы там обойти куда-то еще. Не, это слишком сложно. Я Рейро говорит, 80-90, приходи смотреть на ютубе, рад попасть на прямую трансляцию, хотя бы праздничный, благодарю скромную лепту поддержку. Спасибо, Яр Эру, спасибо тебе за добрые слова, за поддержку. Так, а что делать-то? Что делать? Ставим базу, потом выходим на вторую, добавляем сюда рабочих, ждем воскрешения Димы, проверим сейчас, убил ли орк, справился или нет. Но если не справился, то вообще странно, конечно. Пришел, отогнал. Не справился. Он пытается. Так и не пробил его. Серьезно? Серьезно? Поторопись, человек. Не заставляй меня ждать. Да будет. Я готов. Жду Димку, да заказываю грифонов, что там нужно будет сражаться с этими тауренами. Таурены! Я готов. Добыча близко. Чего? Ой! Плохо. Да там телепорт был. Ладно, у меня есть. Мой клинок жаждет крови. Ну что это такое? Еще один оказывается здесь. Сейчас будет Мы должны действовать. Время пришло. Странный эльф. Что? Что?
Мой клинок жаждет крови. Взлетаем. Странно агрессивный. Ну, надо андеда здесь убивать, а потом орк. Быстрее. Приказывай. Что это такое? Что это? Прибежал. Пролетел. Мы должны действовать. Один упырь. Упырь гиппогриф. Недостаточно золота. Приказывай. Месть. Поторопись, человек. Добыча близко. Быстрее. Мой клинок жаждет крови. Поторопись, человек. Время пришло. Ваши войска атакованы. Исследование завершено. Мы должны действовать. О! Можно прыгнуть, нет? Что-то мне не нравится эта ситуация. Очень битые хавки, все очень битое. Я не стафую ни хрена, теряю постоянно. Свинтус. Сейчас хорошо залетел. Лечу. Быстрее. Мы должны действовать. Не лгут. Приказывай. Ваши войска проклят. Мой клинок жаждет крови. Окей, раз, два, три, сюда. Здесь Н, здесь так, так. Так, так. 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 Так, так. Анакин Сол уливает. Демон шестой. Ей. Почти пятый Blood Mage. Ну ладно, давай еще грифонов. Гджипит пишет ГГ хорошо. А дальше надо этого орка пытаться убивать. Ну и прийти, конечно, к нему для того, чтобы хотя бы Blood Mage до пятого качнуть. Заметить комбинацию, глубоковые клавиш. Не-не-не, нормально все. Так, там пятый получим, но убить их надо в любом случае. Время пришло. Димка побежит в центр. Blood Mage получит пятый. Делаем апгрейд такой. С Flame Strike. А можно и бежать уже, пофиг на добивание. Слишком много времени надо тратить. Так, давай перчатки лесом. Корону королей бы еще Димке передать. Амулетов Spell Shield есть. Но он не такой полезный. Человек. Что нас ждет? Время пришло. Я готов. Дима с арбой жесткий. Роди выходит. Так, приходит орк. Блин. Че у него? У него на самом деле не особо что есть. Я готов к охоте. Улучшение завершено. Я даже инфернала взял против него. Мы должны действовать. Это поможет мне его убить с меньшим количеством потерь. Мой клинок жаждет крови. Ну там берсерков можно ушатать. Таурены улетят быстро. Жаждет крови. Я готов. А. Цель оправдывает средства. Быстрее. Мы должны действовать. Взлетаем. Время пришло.
Ну что, погнали. А можно так, можно так, можно так, можно так. Так, так. Так, 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 так. Спасибо. Только не ревай раньше времени. ГГ. А, там еще один пришел. Это плохо. И он цепочится. Опять за работу. Да, а, дом еще не ливнул. Понял. Ай, грифон. Да я не могу с ним пока сражаться, с этим эльфом. Куда добыча близко. Время пришло. Не заставляй. Мы должны идти, человек. Вот сейчас можно попробовать. Крови. Не лгу. Приказывай. Куда летим? А вот сейчас нет. Я готов. Мы должны действовать. Можно как-то подлечиться, но не используя став по-быстрому. Хотя бы как там. Приказывай, я готов. Мой клинок жаждет крови. Наши войска атакованы. Поторопись, человек. Приказывай. Наш рудник истощен. Мы сводим мою силу. Ну время вот, пришло. Теперь что? Меня убьют. Мой клинок жаждет крови. Быстрее лечу. Звери, мы должны действовать. Куда летим? Приказывай. За облачную. Там протекторы стоят. Мой хорошо стоят. Долго-долго-долго я попробуем его отсюда штампануть. Скоро. Скоро ульта Димки откатится. Думаю, может быть. Думаю, как-нибудь, может быть. Погнали. Ой, пригнали. Целом неплохо. Там так Дима стреляет, смотрите. Да псих. Что у тебя прозрение? Мне не должны действовать. Не того стафанул. Хорошо, 10 лимит всего отдали. Очень много всего убили. ГГ. Время пришло. Мастера воскрешаем. Да? Кто-то осталось. 2500. Не, наверное, лучше хорошо. Куда-нибудь сюда идти. Жаждет крови. Возвращаемся, лечимся. Восстанавливаем беста, закупаемся. Время пришло. И
кажется, нельзя отказываться от грифонов просто в стаке. Именно вот такой вот тем, возможно, добавить перестов. Но я не хочу в танки выходить, потому что против какого-нибудь мелко хитпоинтового воздуха, антиэра. У нас есть Свиньи со сплэшем, Димка с ультой и Феникс. То есть в целом весьма неплохая такая бригада. Наверное. Нужна разведка. Тут Рейшинг рядышком. Быстрее. Который меня поймает вообще легко. Мой клинок жаждет крови. Да, ваша светлость. Хорошо. Слушаю. Время пришло. Взлетаем. О, капец, как много. Вперед в заоблачную даль. Ваши Вы должны действовать. Я готов. Прозрение. В небе мне казывай. Я не должен здесь сражаться вообще. Зло где-то рядом. Мой клинок жаждет крови. И это один из тех, кто меня ушатывает. Плюс мне без сна не было. Мой клинок жаждет крови. Природа быстрее. Да, Бестмастер, конечно, тут такой. Добыча. Мы должны действовать. Время пришло. Я готов. В целом Сайленс есть. Мы должны действовать. Будь я проклят. Наконец-то. Что? Что нас ждет? Человек. Время пришло. Че так больно-то? Куда летим? Мой клинок жаждет крови. Там еще Варда Энка. Офигели, что ли? Приказывай. Ладно, выходим из лимита. Готов к охоте. Надо будет взять два свитка лечения, потому что там сразу будет лосо. Тут ульту прожимать, там прожимать, тут прожимать. Мой клинок жаждет крови. Не заставляй меня, я. Мы должны действовать. Он здесь уже, да? Я готов к охоте. Давай-ка, давай-ка, аккуратненько. Добыча близко. Андов эльфам крови. Я устал от праздной болтовки. Время пришло. Куда летим? Опять за работу. Я пошел. Время я пришло. Устал от праздной болтовки. Мой клинок жаждет крови. Зло. Мы должны действовать. Приказывай. Поторопись, человек. Быстрее. Чего? Хорошо. Быстрее. Что? Мы должны действовать. Приказывай. Там еще дебаггер, с которым я не должен сражаться. Не, давайте лучше здесь посражаемся. Крови. Чего? Приказывай. Что нас ждет? Быстрее. Взлетаем. Мы должны действовать. Передадим артефакт. Мой клинок жаждет крови. Время пришло. Нельзя идти на Хумана пока что. Мне кажется, нужно Ричинга убивать. Я готов. Быстрее. В небе мне нет равных. Время пришло. Опа. Что? Он же здесь же. Проклят. Сейчас будет жарко. Рануто. Мы должны действовать. Жать его с этой стороны как раз, чтобы... Быстрее. Мы должны действовать. Высвободим. Приказывай. Я готов. Мой клинок жаждет крови. И сзади орк его убивает. Но это не повезло, значит, еще. Что тут скажешь? Просто не повезло. Впечатление, что он не видел вообще, что происходит. Очень много XP я получил в этом моменте. Очень, очень много XP.
Не прожал даже ульту. Задимку. Так, ну давай следующим образом. Здесь укрепляемся. Мой клинок жаждет крови. Будь я проклят. Что? Дело сделано. Быстрее. Приказывай. Лечимся. Да, ваш светлость. Слушаюсь, милорд. Слушаюсь, милорд. Хорошо. Мне не нравится. Время пришло. Мне не нравится то, что... Это дебаггер, нет? Да, это дебаггер. Тогда нормально. Тогда понятно. Время пришло. Высвободи мою силу. Бладмейдж бежит. Здесь хумана, получается, нет. Еще же Сира есть, правильно? Надо сделать арканку хотя бы для апгрейда на эти... На вышки. 94 лимита, денег нет. Так, что с Сира делать? Раз. Для начала дождусь, когда доделаются. Я готов. Чего? Угу. Я готов. Слишком много я сделал ненужных рабочих. Поторопись, человек. Надо Сира пытаться идти убивать. Взлетаем. Сира пишет ГГ. Понятненько. Power of Flag, но получается 3 человека есть. В живых. Мы должны действовать. Опять завершено. Так, ты идешь сюда. Наши войска атакованы. А, Power of Flag здесь. Вот. Мой клинок. А кто он? Крови. Интересно. Мы должны действовать. Бы знать. Хуман. Сейчас проверю, вдруг он вообще рядышком стоял. Да, вот он, пожалуйста. Так это ж мой клиент. А ну-ка, быстро. Еще Буба живой, да вы издеваетесь. Смотрим. Быстрее вверх. Приказывай. Не заставляй меня. Мы должны действовать. Так, здесь понятно. Куда летим? Долго сражались они, видите, у него армии-то вообще не осталось. Взлетаем. Приказывай. Время пришло. Быстрее. Высвободи мою силу. Мы должны действовать. Что? Поторопись, человек. Да и ливает. Вот хоть бы XP оставил. Я тут столько грифонов бы убил. Ливает. Бывает. То есть получается Human, Orc и Undead. Мой клинок жаждет крови. Поторопись, человек. Мы должны действовать. Время пришло. Что? Сам герой у меня хороший. Да, ваш свет, ну я пошел. Быстрее. Куда? Я готов. Приказывай. Я готов к охоте. Мой клинок жаждет крови. МК восьмой. И там дебаггер еще. Приказывай. Сейчас за экспу бороться. Инвокер всегда хороший герой, да, но... С чего это он хороший? Куда летим? Мой клинок жаждет крови. 7000. Хорошее место. Быстрее. Что? Время пришло. Я готов. Здесь тоже минус. Взлетаем. Приказывай. Reaching the bugger.
Да все получается. Быстрее. Буба ливнул. Вот он ливнул. Да, серьезно. Видимо, у него деньги закончились, и он решил, что все. Так. Денег мало. Надо бы по-хорошему 80. Reaching Human, Debugger.org. Приоритет не Хум. 5 косарей. Мой клинок жаждет крови. Быстрее. Что? Есть Бриллиан Саура. Я готов. Мой клинок жаждет крови. Да? Хорошо. Время пришло. Добыча близко. Когти плюс 9 фигня. Маловато просто. Маловато. Быстрее. Куда летим? Мы должны действовать. Мне бы разменяться как-то по-хитрому. Может даже ричинга сначала добить. Полетели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Надо посмотреть, где он находится. Быстрее. Приказывай. Мой клинок жаждет крови. Вот он ричинг собирает. Три косаря. И здесь собирает. Время пришло. Это он дает. Собрал уже все. Понятным. Это аргумент как раз в пользу. Приказывай. Куда летит? В пользу быстрого его убийства по возможности вижу, что он танки делает. Вертолеты. Вертолеты может быть, учитывая... Ну, хотя Димка вопрос, как мы его проконтролим. Если удастся, то отлично все будет. Погнали. Все, надеюсь. ГГ, хорошо. Сразу телепортируемся. Остался один. Мне нужно орка пытаться контрить. Ну, во-первых, убивать всех гиппосов. Точнее, хавков, извините. Дожидаться отката ульты. Лечим грифона в том числе. Я исцелю. Время пришло. Я готов. Да не нужны мне против него хавки. Они взрываются изи. Да и не нужны мне против него. Мне нужна сейчас какая-то экономика, хотя бы какой-то запас. Возможно, даже в пассивном режиме поиграть. Далее. Сюда прийти. Вообще нужно, наверное... А, это дебаггер ко мне постоянно прибегал. Я понял тебя. Вот гад. Я почему-то думал, что это другой. Время пришло. Да, с деньгами будут проблемы. Надо, наверное, взять... А где там была шахта?
Здесь была шахта. Мы должны действовать. У дебаггера экономика отличная. То есть он сидел и, в отличие от нас, ни с кем не разменивался. У него должно быть все лучшим. Я готов. Чем могу помочь? Я мой клинок жаждет крови. Кто-нибудь ранен? Быстрее. Кто-нибудь Добыча ранен? Близко. Трушот есть. Паладиновская аура есть. Приказывай. Жалуйтесь. Ой, здесь у него базы нет. А, он мой просто прибегает. Странно. Ну ладно, я тогда освобожу себе здесь место. Еще под одну базу. И в результате у нас 4 нычки. Это уже хорошо. Мой клинок жаждет крови. Мы должны действовать. Зло. Время пришло. Конечно. Чем могу помочь? Быстрее. Надо подлечиться. Вы герои побежали. Быстрее. Добыча. Мы должны действовать. Как пожелаешь. Мой клинок жаждет крови. Тебя прозрение. Наш рудник истощен, да? Этих рабочих переводим сюда. Время пришло. Исследование завершено. Я устал от праздной болтовни. Мой клинок жаждет крови. Перевызвали. Не заставляй меня ждать. Сейчас немножечко, он же последний остался, да? Да. Кто-нибудь ранен? Быстрее! Да, ваш сын! Время пришло. Я готов к охоте. Я не уверен, что у него по... Опять за работу. Ну я пошел. По уровню героев. Быстрее! На что жалуетесь? Мой на клинок жалуетесь? Сражаться желательно с лимитом 100. Добавить как минимум... Пару престов, думаю, еще мы брейкеров надо добавлять. Слушаю. Армия крайне странная. Не лгу. Время пришло. Слушай. На что мы должны действовать? Потому что... Ой, да ладно. Потому что берсеркеры, они не очень эффективны против флеймстрайка, ультимейта одного, ультимейта второго и даже грифонов со сплэшем. Но проблема может быть с тем, что у меня не соточка. Но соточку я бы делал чуть-чуть попозже, то есть потянул бы чуть-чуть. Взял бы как минимум два света. А, нет, уже пора. Он уже здесь готовится... Ладно, провоцирует, так провоцирует. Инком у нас будет. Чем могу помочь? Дел сделано. Дел сделано. Я готов. Это важно и тоже. Да? Угу. Опять за работу. Мы я должны действовать. Мать. Важен даже не столько диспл, сколько перекастовывание. Ну, диспл вражеского этого Innerfire, сколько перекастовывание на себя ласта его. Чем могу помочь? Мы должны действовать. Я готов к охоте. Дело сделано. Мой клинок жаждет крови. Ага. Слушай. Приказывай. Чего? Я исцелю. Кто говорит? Время пришло. Да, но проблема в том, что бестмастера-то уже нет. Он теряет героя и теряет... Нормально теряет лимита. Я думаю, что за счет просто героев, закупленных и престов, мы должны справиться. Так, еще одного преста, брейкера, еще грифончиков потихонечку. Ну, бы заранее Innerfire накастовать. Я накосячил, конечно.
Мы должны действовать. Мой молот твоим услугам. Быстрее. Мой клинок жаждет крови. Ну, а так, видите. Ресурсы у нас есть. Добыча идет хорошая. Время пришло. Вестмастера надо было брать. Мы должны действовать. В таверне. Кто-нибудь ранен? Хороший этот. Там два инфернала, представляется. Он может сейчас продавить. Че он не продавит? Сразу контратаку на его базу, предположительно, вот эту. Он еще не проверяет, вот эту базу не чекает. Выходим из лимита спокойно. Здесь должна быть у него нычка. А, он и тут не поставил. То есть у него две базы всего лишь. Понятненько. Отличный бестмастер. И торопимся тогда. Раз, два, три, заказываем рабочих здесь. Идем. Опять за работу. Слушаюсь. Время пришло. Чем могу я помочь? Устал от праздной болтовни. Я допускаю, что у него закупка лучше, чем моя. На что жалуетесь? А Феникс нет? Крови. Не выжил? Выжил же, вот он. Время пришло. Идем, взрываем тут его. Кто-нибудь ранен? Хорошо, Flame Strike все-таки работает, да? Смотри, так. Все, у нас машина работает экономически хорошая. То есть три центральные базы как минимум, плюс еще... У него две было всего лишь. Чем могу помочь? Чтоб не зафейлить, давайте-ка я... И отступлю, подлечусь, и дождусь подкрепу, и, возможно, закуплюсь. Ух ты, нифига себе, там уже... Давай лучше телепорт. Успеем, достанет, достал, молодец. Но там впритык было. Мы должны действовать. Не заставляй меня. Приказывай. Чем могу помочь? Мой клинок жаждет крови. Кто-нибудь ранен? Присты нужны дополнительные. На что жалуетесь? Время пришло. Ульта откатилась. Там не за что было сражаться. Приказывай. Доранека. Быстрее. Кто-нибудь ранен? Время пришло. Вот. Поэтому беста дожидаемся. Грифонов берем. Можно слева еще проверить, есть там кто или нет. Ставлю часть пристов на Innerfire, часть пристов на Dispel. Сорочку даже добавлю. Ну, в целом, видите, добыча отлично идет. Не, присты не должны лечить. Феникс, он спел имьюн вообще. То есть он совсем-совсем спел имьюн. Он сам ко мне приходит. Погнали, не? Давай сражаться, что там. Хочет сражаться, отлично. Это развал. Тут один демон хантер что стоит. Грифоны с Нерфайром вообще психи. Почти никого не потеряли, 4 лимита минус только. Что прекрасно. Заканчивается золото, можно переходить дальше. Убирать у него центральную, проверить на всякий случай вот эти вот нычки.
Золота на карте просто не осталось больше, понимаете? Тут ему сложновато будет уже как-то переломить, потому что... Где-то рядом. Я готов к охоте. Ну, типа, чем? На что жалуетесь? Ладно, мне все равно нужно подлечиться. Чем могу помочь? Мы должны делать врач. Чем могу помочь? Добыча, приказывайся. Я устал от праздной болтовки. Что нас ждет? У тебя прозрение? За мой народ. 12 косарей на этой базе. На что жалуетесь? Не заставляй меня ждать. Угу. Да? Он здесь ставит базу. Шерадо. Слушаю. Зло. Где-то рядом. Мы должны действовать. Вообще можно идти в атаку. Зло, где-то рядом. Вот и Blood Mage пригодился, да? Быстрее. Время пришло. Ага, сзади подходит. Минус Грифон, к сожалению. Не должен сражаться. Ну, уже позиция плохая. Тут и взрывы, и бестмастера нет, и вышки стреляют. Тут было ошибочным решением здесь сражаться. Я готов. На что жалуетесь? Я исцелю. Приказывай. Кто-нибудь ранен? I must cleanse что-то там the land. Быстрее. Слушаю. Мы должны действовать. Опять заработал. Я пошел. Окей. Слушаюсь, милорд. Мой клинок жаждет крови. Ждем Blood Mage. Здесь гвардовская, магическая, гвардовская, не столь принципиальным. Чем могу помочь? Я исцелю. Еще присты. Быстрее. Чем могу еще брейкеры. Пошли сюда, нет смысла. Армии у него все равно уже меньше, чем соточка. Достраиваем лимит. Надо было сразу стафать. Ну и сейчас организуем атаку, скажем, вот на эту базу. На которой нет такой защиты. Ведьмаки, да, я делаю потихонечку ведьмаку. И каменьше что делаю. Слушаю. Мой клинок жаждет крови. Наконец-то. На что жалуетесь? Зло. Там есть хороший Scroll of Restoration. Все, идем на эксп. Слушай. Так, давай-ка заранее сделаем. Кто-нибудь ранен? Мы должны действовать. Конечно. Как пожелаешь. Повинуюсь. Мой молот к твоим услугам. Повинуюсь. Конечно. Приступаю. Приказываю. Чем могу помочь? Не ведьмаки, говорит, а сайленсеры. Время пришло. Да. На что жалуетесь? Идет вроде он. Время пришло. Кто-нибудь ранен? Мы должны действовать. Ну что, погнали? Повинуюсь. Быстрее. Да, без проблем. Не заставляй. Да, я прожал ульту, но зато мы много у него в целом поубивали. Ну и мы за ульту как минимум тут базу уберем. И все. Деньги, запас есть, добыча идет в разных местах. Последнюю добывающую нормальную базу мы у него сейчас должны... убивать. Присты бегут кастовать в Inner Fire. Ага.
Поздно я скастовал, конечно, этот. У него соточка была. Ну, в целом, вот, ну, посражался он, ну, базы у него не осталось уже. Добывающий уровень мы получили. Не сюда. Я не знаю, где у него. Я исцелю эти земли. Конечно. Быстрее, что нас ждет. Не заставляй меня ждать. Тоже не похоже на мы. Он вообще любитель вышек. Посмотрите. Клинок жаждет крови. Прям любит-любит. Слушай, приказывай. Кто-нибудь ранен? Лечимся. Опять за работу. Он подходит. На что жалуюсь? Ну, долго держится. Пистов убивает. Ладно. Приказывай. Зло где-то рядом. Наши войска атакованы. Время пришло. Чем могу помочь? Кто-нибудь ранен? Повинуюсь. Как пожелаешь. Конечно. Чего? Конюшня. Мы должны действовать. На что жалуетесь? Да. Видимо, у него запасы по ресурсам были очень хорошие. Раз он так себе позволяет действовать. Знаете? Мы должны действовать. Я исцелю эти земли. Слушай. Время пришло. Чем могу помочь? Значит, был хороший запас. Кто-нибудь ранен? Приступаю. Быстрее. На что жалуетесь? Приказывай. Слушаю. Мой Чем клинок жаждет крови. Что нас ждет? Время Слушай. Пришло. Свитков не хватает. Я исцелю. Мы должны действовать. Чем Ладно. Помочь? Как пожелаешь. Мы должны действовать. Кто-нибудь ранен? Мой ну давай посражаемся. Ну хватит уже, ну. Быстрее. Слушаю. Время пришло. Вроде он готов. Нет, телепорта нет. Сейчас, подождите, а лучше я возьму телепорт, честное слово. Ну я пошел. Мы должны действовать. Мой клинок жаждет крови. Слушаю. Будь я прок. На. Да хотел Дум не скастовать. Кто-нибудь ранен? Чем могу помочь? Мы должны Бедные престы там. Падает, скорее всего. Не, не падает. А Питлорд упадет? Интересно, что у него там по лимиту? ГГ. Ладно. С баблом, но без ТП. Не, у него не так много денег было. 54. Видимо, сейчас как раз они и закончились. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Завтра приглашаю вас на трансляцию... третий день, блин, Смайл Капа. У нас целая неделя Леварика еще разок.